Вчера в центре городского поселка Паричи при проведении земляных работ по укладке трубопровода коммунальники обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Опасная территория была огорожена, выставлено оцепление из числа работников коммунальной службы и администрации поселкового совета. Незамедлительно вызвано подразделение разминирования, милиции и спасатели. Прибывшие из Бобруйска саперы обследовали место обнаружения боеприпасов, извлекли их и увезли для последующей ликвидации.